Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников Телемака Синьорини, итальянский художник, принадлежавший группе, известной как Макьяолли. Макьяолли – это группа итальянских художников, которая работала в Тоскане во второй половине 19 века. Они отошли от устаревших правил, которым обучали итальянские академии искусств, и большую часть своей живописи рисовали на открытом воздухе, чтобы передать естественный свет, тень и цвет. Родился 18 августа 1835 года во Флоренции. Рано проявил склонность к изучению литературы, но при поддержке своего отца Джованни Синьорини, придворного художника великого герцога Тосканского, решил вместо этого изучать живопись. В 1852 году поступил во Флорентийскую академию, а к 1854 уже писал пейзажи на пленэре. В следующем году он впервые выставился, показав картины, вдохновленные работами Вальтера Скотта и Макиавелли в обществе содействия прекрасному искусству. В 1855 начал часто посещать кафе Микеланджело во Флоренции, где познакомился с Джованни Фатори, Сильвестро Легой, Саверио, Альтамуре и несколькими другими тосканскими художниками, которые вскоре создали группу Макьяолли. Они были предшественниками импрессионистов, которые, начиная с 1860-х годов, преследовали аналогичные цели во Франции. Я цитирую Википедию переводной. Совершил свою первую поездку за пределы в Италии в 1861 году, когда посетил Париж, куда часто возвращался и последующие десятилетия. Там он познакомился с Дега и группой итальянских художников-экспатриант, находившихся в его окружении, включая Джованни Балдини, Джузеппе де Нитиса и Федерико Зандоминеги. Стал не только ведущим художником Макьяолли, но и их ведущим полемистом. Его присутствие на выставку было частым, плодотворным. В 1870 году на выставках «Парми» и «Общество промоутеров» он выставил свою работу «Ноябрь», которая получила приз. Его картина «Буксирная дорога», закончена в 1860-х годах, получила награды на Венской выставке 1874 года. Был страстным искусствоведом, публиковался в художественных журналах, в том числе в серии из 99 сонетов под названием «Художественное обсуждение» 99 произведений Малтени. В 1882 году был назначен профессором Флорентийской академии, но отказался от этого назначения. В 1888 году начал преподавать в Высшем институте прекрасного искусства во Флоренции. Умер во Флоренции 10 февраля 1901 года. Вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике, который принадлежал группе, известной как Макьяолли, Телемака Синьорини. Пока-пока, до свидания.